Доброе утро, друзья! Вы на канале «Все для клёва». В очередной раз мы с вами на Днестре. Сейчас уже почти что середина ноября. Погода позволяет, поэтому мы приехали в очередной раз на рыбалочку. По опыту прошлого видео с Александром Тарасовичем я прикупил мотыля кормового. Взял мотыля чуть побольше такого. Буду насаживать на крючок. У меня есть опарыш, горох и Fish Sport Краб Банан. Такая прикормочка с местным вкусом. Поэтому думаю, что в прошлый раз у меня не поймался карп из-за того, что прикормка была, мягко говоря, не совсем кстати. А это, я думаю, будет как раз то, что надо. Ну, попробуем. Сейчас все смешаем и будем ловить. Друзья, прикормку я приготовил. У меня ушло две пачки краб-банана, тот горох. Я пересыпал все в ведерко побольше, потому как не помещалось. И добавляю туда еще опарыша. Вот. Все, у меня остается одна порция опарыша, мотыля и горох, который есть в нашей прикормке. Я тоже его буду использовать как в качестве насадки. Я разложился, прикормил место и забросил оснастку. У нас получается Black Power Carp. 3,3 метра я забросил на дальнюю дистанцию. Тут у нас Кайда Рекорд 3,6 метра, тоже на дальнюю дистанцию. И 2 на среднюю. Это у меня Альбатрон 3-метровый и Импульс. Во всех 4 удилищах использую оснастку инлайн. Но только те 2 на дальнюю дистанцию из с волосяной оснасткой на горох. И этот на среднюю тоже с волосяной оснасткой на горох. Этот без волосяной оснастки на мотыля с опарышем. Посмотрим, что у нас получится. Друзья, ну пока ловится бычок. Бычок на мотыля с опарышем, вы видите. Друзья, очередной бычок поймался. И это уже где-то, наверное, 5-й или 6-й. Вон, видите. Наш мотыль очень ему нравится. С опарышем. Поднимаем крючок. То есть на крючок сначала одеваем шарик пенопластовый. Попробуем половить вот так. Друзья, первый карасик у нас. На дальний заброс. Ребят, покажите карпа. Ого-го-го-го. Что, 2? Да. Так уж сразу 2. Сразу так 2 уже достали. 6 или 7. Ё-моё, ребята. Это 8-ка. Да, я думаю, это так и будет. Вот такой, друзья, смотрите, карпа поймал парень. Килограмм на 8. Да, где-то так. Супер, молодцы. Карп на 8 килограмм соседи поймали, ребята, молодцы. Но как поймали, на что поймали, какая тактика и метод ловли, молчат, не хотят рассказывать секреты. Хотя знают, что я снимаю для YouTube канала. Ну, это их право. Кстати, друзья, заметил эту тенденцию и при проведении конкурса, который я объявил 31 октября. Вот уже прошли 2 недели, осталось еще 2 недели для подачи своих видеосюжетов к конкурсу. И всего 4 видеосюжета. То есть на 4 разделим 3 катушки, и на этом конкурс закончится, я так понимаю. Раз люди не хотят делиться своими секретами. Ну что ж, будет и для меня наука, и скорее всего больше таких конкурсов проводить не буду. Раз люди не хотят делиться своими секретами. Друзья, пол рыбалки посидел. Не знал, как ловить. Все очень просто. Чем меньше крючок, тем больше поклевок. Но так как у нас поклевок вообще не было, то вот этот 12 номер прекрасно себя показывает. Друзья, по-моему, мы ждали своего карпика.
двушечка, друзья. Двушечка. Ну, двушка, не двушка, ну где-то полторашка точно. О, точно, точно. Тихо. Друзья, ребята уехали, те, которые поймали карпа на 8 килограмм. Но секрет я все-таки узнал. Они хотя мне не говорили, но после них осталось то, на что они ловили. И на это я вот как раз поймал своего карпа. Но поделюсь я секретом этим только с теми, кто участвует в конкурсе. Причем на ваше видео я пришлю видео именно с этого места, именно того, на что они ловили. Поэтому, друзья, участвуйте в конкурсе и узнавайте все секреты. Друзья, вот такая получилась у нас рыбалка в середине ноября. Не скажу, что она там супер уловистая получилась, но все-таки мы с карпом. И это радует. И карасем. Ну и там тарани парочку, но то не считается. Что хочется сказать, что клев ухудшается с геометрической прогрессией, вода становится все холоднее, и рыба потихонечку начинает впадать в анабиоз. Поэтому рыбалка заканчивается, к сожалению. Надеюсь, я подогрел интерес к конкурсу, поэтому участвуйте. Вот видео, вот вы видите, с правой стороны от себя. Участвуйте в конкурсе, узнавайте все секреты. Вы были на канале «Все для клёва». Если было видео полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал «Все для клёва». Всем удачи, всего хорошего. Пока. Встретимся на рыбалке.